Только что мы посмотрели замечательный клип White Punk, забрали его в номинацию. Теперь мы послушаем и посмотрим Saint Vance. Ссылочка, хотим дать на разбор клип, спасибо большое. Да пока не за что, бро, а то вдруг мы скажем что-нибудь не очень приятное, да. 11 дней назад, 954 просмотра, режиссер Руслан Толкач, 71 лайк. Сейчас мы посмотрим внимательно, имеет ли смысл ставить лайк 72. Спасибо команде за работу, интересно пересмотреть видео, но операторская работа просто кайф. Внимание на операторскую работу, чат. Saint Vance и Алексей Кривдин. Оттепель. Let's go! Да-да, это база. Это база, бро, вообще. Бенденсон. Я прошел мимо инвалида, ковыляет, цепляясь ногами о пол. Миром правит не любовь, миром правит либидо. В глазах алкаша я вижу щенячий восток. И когда же в голове поменялись местами, я даже на луне увлеку за собой. Мир другой теперь, и он уже прежним не станет. Я приду домой, еще прокину по сто. А тут потихонечку драйв начинается, да? И Гослинг такой сейчас с зубочисткой, типа такой, че там? Катиться под сто, слушая Rolling Stones. По трассе пустой, в мире без новостроя. Эти картины шевелят мои полумозги. Очень агрессивно, бро, машешь. Очень агрессивный худас, который сюда не подходит под эту музыку. Не худас, пухан. Курточка, да? Красная, яркая, агрессивная. Ну ты же не дрил читаешь, бро. Не знаю, честно говоря. Тут нужны какие-то такие... Такой пастельный дрип. Черная, даже сюда там Total Black не подошел бы тоже. Ну вот рвань, да. Рвань мог одеть, вообще рвань, срань, там кофту какую-нибудь рваную, знаешь, прям темную, там коричневую, синюю, но не ярко-красную тоже. А вот такой блестящий пухан целлофановый, да, бля, жесткий. Нет, бро, не подходит он сюда. Ты знаешь, что, какой-нибудь... Электронщина жесткая. Респект. Блять, услышал сразу же наши молитвы. Нахуй оставляй. База? Меня согревали теплом поцелуи подруг. Мне больше не надо думать. Уже лучше стало гораздо. Что за наркотики? Когда ты кто теперь? Будет кто теперь? Есть проблема. Знаешь, она в чем заключается? Вот мы когда смотрели сегодня клип LJ, мультяшный, то даже в мультяшном клипе они очень старались соблюсти происходящее в клипе и дать происходящее в клипе перенести на звуковую дорогу. Тут у нас нету этого там движения, то есть у нас отдельно играет песня и отдельно немой звуковой, визуальный видеоряд. Это проблема, да. Хотелось бы больше погружения. Теперь кто да. Тебе? Плохо, кто тебе? Ну-ка. Ну идея в один тейк, да, базар. Крутая. Я наливаю бокал, надо опустошить. Вот так, кстати, гораздо интереснее.
катиться по... Вот это кайф. Стоп, слушай, Rolling Stones. По трассе пустой, в мире без новостроек. Ой, вообще кайф. Эти картины шевеля... Еще смотрел, когда ты бежал в Худасе, думаю, если снять Худас, в майке остался, ну, думаю, холодно. От мои полумозги. Вот, вот. О, бро, бро. Камера в другую сторону. Руки на стол, чат. Сказал я сам, да? А одну руку на стол не положил. В смысле, все уже 4 минуты? Я думаю, я стопу, и только 2 минуты прошло максимум. Ты, блядь. Я думаю, только начинается все. Ладно, можно руку на стол тогда уже выложить. Это кайф, согласен. Так. Окей. Песня шикарная. Вторая часть. Вот где конгрессмен вайп пошел, там кайф. Ботинки ништяк, джинсы рванина ништяк, куртка не подходит. Если бы сразу в Худасе был здесь, было бы лучше гораздо. Такой типа в Худасе, ну лучше в коричневом, конечно. Ну, черный тоже пойдет. Да. Песняк дерзкий. 100% Лукас. В глазах алкаша я вижу щенячий восток. Трек другой, да вроде... Мы поменялись местами. Я даже на луне увлеку за... Так, сейчас, подождите. Шевелят мои пол... Картины шевелят мои полумозги. Так, где там? Сейчас. На 1.20, да, начинает? По трассе пусто... Сейчас, подождите, я выключу звук. Сейчас. Допустим. Сейчас. Стой в мире без новостроя. Эти картины шевелят мои полумозги. Нас побежал, да? Эти картины... Понял, денег уже очень много, и я вообще ничего не чувствую, поэтому... Расписываю перс по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Расписываю перс по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Расписываю перс по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Расписываю перс по комнате, расписываю перс по комнате. Хардкор, перс по комнате, хардкор, перс по комнате, перс по комнате, перс по комнате, перс по комнате, перс по комнате. Я болен, но мне похуй, файпер. 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 Шара. Прибежал. Я поражаю,
дроп должен быть. Но она говорит, yes, stairs, как они wish. Я ненавижу вас всех. Кто я знаю точно, ты пиздел не крут. Кто я знаю точно, ты пиздел не крут. Кто я знаю точно, ты пиздел не крут. Арни сделал свет красным, и ты сразу умер. Что у меня в Валенсии сумки, тебя ебать не должно. Тебя ебать не должно. Ты ломби, не пизди. Твой тишерт сейчас. Поэтому надо попасть, когда он начинал бежать там на 1.19. Я всегда, бля, рут. Вижу тебя, фу. Сонги твои, фу. Я взял твою бу. Я ее ебу, факту не хочу. Ой, разбрызгаю перец по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Разбрызгаю перец по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Разбрызгаю перец по комнате, чтоб почувствовать себя живым. Разбрызгаю перец по комнате, разбрызгаю перец по комнате. Хардкор перец по комнате. Поэтому нам очень важно попасть, да? В начало вайба. На 1.19 вот здесь. Если мы вот тут попадаем, мы попадаем, когда он прибежал потом. Тоже, да? И вот сюда мы попадаем. Когда отсюда пошло. Вот отсюда ушло, да? Да-да, раз, два, вот. Бам! Отсюда куплет начался новый, да, тоже. Пиздато. Ладно, подурачились. Давайте еще раз глянем. Вот с момента, когда он побежал. Песня кайф, правда. Очень хорошо отработана вторая часть после того, как он прибежал. Вот сюда сел, поработал здесь. Песня вообще кайфовая. Что за наркотики? Как же ты тут теперь? Будет кто теперь? Я теперь кто тебе? Глохну, а ты тебе. А, все, они анонсировали, да, альбом? Ну вот. Под анонс альбома новый клип. Новый клип Вайпера. Так и напишу в подписи. Новый клип Вайперов. Это байт-подпись будет. Но я думаю, те, кто это посмотрят, кайфанут. До Скриптонита Шантарама, конечно. Я думаю, это вообще в целом, да, невозможно. Просто невозможно, короче, ежем. Просто невозможно. Это такой пиздец. Просто. Так, 23.56. Вдруг кто-то не видел. Да. Сейчас. Долина вечных снов. Да, то есть мистер Крэдди сюда подошел бы, кстати. Это, если кто-то из вас не видел этого, неплохо. Ебать. Вы вообще жизнь зря прожили. Поэтому мы посмотрим это еще раз. Поэтому... Под этот визуал на Скриптонита. Бля, это жестко, бро. Да, бро, думал, это жестко, пиздец. Охуеешь сейчас. Это будет жесть. Я вот эту тему пересматривал минимум 10 раз. Сам. Вот этот вообще видос. Я в ахуе с него. Пиздец. Это пиздец. Такой вайп плот. Сейчас. Да, надо ловить, лови. Да, рано. Нормально. Сегодня трудный день, им нужен хлеб. Хавают то, что дают, как бы обед. Новая работа, дом похож на склеп. Ты ходил настоящий трэп, вот это трэп. Ох, ебать, вот этот тайминг был. Сух, нахуй, блядь. Кто-то упадет на старый велик, чтобы его парить на похмелье. Праздную свою на Василии, пока есть повод для веселья. Кто-то может залететь к тебе на недели. Образ жизни беспредельный, потому что видишь этого парня. Да. У него нету папы, у него нет лаванды, у него нету ванны. Я знаю этого парня. Бля, разъеб вообще. Разъеб, отвечаю вам. Да. Бассейн, бля, ушел. Ха-х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 а-
Да. Да. Ну, эту базу, бля, невозможно переплюнуть, реально. Просто невозможно, да, это точно. Фух, ну вайперы постарались, да. Я сначала думал, что донат там был в видосе. Нихуя себе, нет. Аноним отправил. Интересно ваше мнение. Спасибо тебе большое, бро, но, к сожалению, заказ стоит 10 тысяч рублей. Поэтому лучше нахуй скипни эту идею. Но если ты как бы хочешь сильно, то тебе придется 9500 добавить, да, донат, да, прослушивание. Там написано, когда ты донатишь, да. Поэтому сорян, если вдруг мы тебя как-то подвели каким-то образом, да. Но если что, спасибо тебе большое за пятихат. И встанет в очередь, если что, я имею в виду, сейчас не посмотрим, да. Фух. Реакцию на Шантарам. Да, 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 да. Это пойдет запись, это все пойдет запись. В глазах алкаша я вижу синящий восток. Песня шикарная. Очень много динамики вот здесь для этой песни. Очень она такая рваная, агрессивная очень. Поэтому я сюда поставил вайперов. Очень агрессивно. Слишком машешь руками, не совсем под музыку. Вот отсюда вот этот бег запыханный. Вот это, вот это, вот это. Вот отсюда хорошо пошло. Вот это прям кайф, бро. Такой полууставый, знаешь. Без агрессии излишней. Идея отличная. В целом. Эти картины шевелят мои полумозги. Да, это все до сих пор с видосом, с панком пойдет. Бля, вот мне нравятся ночные стримы уровнем их долбоебизма. Реально, они очень живые. Такая история. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. Это было круто. Это было кайф. Бля, почему два смайлика ставится? Объясните мне, я нажимаю один раз. Что я сделаю, чтобы один? Я постоянно удаляю второй. Вот смотрите, да? Эмодзи. И один раз я нажимаю. И ставится два. Что с этим делать, я не знаю. Ставить два, да? Окей. Пусть будет два. Две миски риса. База. Спасибо, ребят. Спасибо. Надеюсь, вы кайфанете тоже от всяких подставок и прочих вещей. Со второй части клип стал интересным. Песня крутая. Да. Просто быстро два раза жмешь. Да, да. Сумасшедший, да, просто уже. АПМ. АПМ 600.